Быть мамой трех сыночков и двух лапочек дочек – настоящее счастье и самая ответственная и почетная миссия для Олеси Хвисюк. Несмотря на то, что ее дом – настоящий детский сад, она чувствует и понимает каждого с полуслова и полувзгляда. И это весьма оправданно. Для своих детей Олеся Васильевна и друг, и надежная опора, и просто самая лучшая мама, которую всегда и во всем поддерживает большое семейство. И этот важный для мамы день пропустить они не могли. Вместе с ней пришли, чтобы поддержать и поаплодировать дорогому человеку. О большой семье мечтала всегда. Трое всегда хотела. У меня трое детей, ну, у нас трое в семье тоже. Вот у меня две сестры, у мужа тоже. Когда была маленькая, всегда говорила, что у меня будет трое деток. Мама смеялась, говорит, это очень тяжело, но я всегда хотела. Дети у меня хорошие, послушные, добрые. Вот. Стараемся. Семья большая у нас. Две девочки, три мальчика. Старший уже, можно сказать, немножко взрослый, 14 лет. В торжественной и одновременно официальной обстановке четырем прекрасным представительницам женской половины были вручены государственные награды – ордена матери, за труд, за подаренные жизни, за достойное воспитание. Вручая награды, глава администрации Московского района Андрей Филонович отметил, подобные мероприятия всегда вызывают чувство гордости и радости за то, что в нашем городе живут героические женщины. А еще они красивые, очаровательные и милые. Кто-то скажет, обычные женщины, но нет, они счастливее в 5 раз, ведь именно столько детей у каждой из них. Я хочу всем присутствующим мамам, а с учетом уже вот сегодня вам награждаемых, у нас уже в Московской районе всего уже 347 мам получили орден матери. Это хочется сказать вам такого же весеннего настроения, солнечной погоды дома, всегда любви, мира, добра и всегда. В теплой обстановке прошло торжественное награждение орденом матери, а к нему еще и прилагалась денежная премия, цветы, подарки. Слова поздравления звучали в сторону этих прекрасных женщин, ведь мамы района показали, как они очень умело и талантливо умеют сочетать профессиональный труд со своим основным предназначением – хранительницы домашнего очага и заботливой мамы. Деток у меня 5, 3 девочки и 2 мальчика. Не ожидала совсем. Вот, позвонили пару дней назад и пригласили. Ну, я вообще сама с многодетной семьи, поэтому всегда хотела большую семью. Вот так получилось. Сегодня узнала про новость про садик, что нам предложили. Так как получили орден матери, мы можем попасть в садик ближайший к дому. Эта новость меня, конечно, обрадовала, потому что это очень хорошо. О счастье говорит весь мир. Оно бывает разным, мужским и женским. Но женское счастье особенное. Оно не зависит от настроения, погоды, наличия проблем. Счастье быть матерью объединяет всех женщин на свете. Не зря говорят, рука, качающая колыбель, управляет миром.